Отож, про що саме Шойгу міг доповідати Путіну? Тому що в мережі, в ЗМІ жодної інформації про це немає. Знову про якісь неіснуючі перемоги? Ну, то, що все-таки крейсер, він може плити. Бутилка шампанського розбилась, а то могла промахнутися. Тобто ніякої там аналітики того, що відбувається зараз в Україні, не було? Ну, а что им докладывать, что 69 ракет отправили, из них большинство сбито, и, собственно, конечно, что-то долетело, но, наверное, совсем не столько, сколько они хотели. Поэтому вряд ли у них какой-то победный доклад может получиться. А чи могло йтися щось про чергову хвилю мобілізації? І яка взагалі ситуація з мобілізацією? Тому що наші ЗМІ говорять про те, що вона планується на початок січня. Парламентська нарада от сьогодні так само була у Шойгу, де він сказав, що мобілізація завершилася. Яка насправді ситуація з цим? Ну, вони будуть проводити, що називається, скриту мобілізацію, тому що когда вышел указ о частичной, так называемой частичной мобилизации, это вызвало очень серьезное волнение в обществе, и сейчас они таких волнений опасаются. Поэтому, конечно же, мобилизация идет и сейчас, и она будет продолжаться. Но она будет продолжаться максимально скрытно, чтобы людям можно было сказать, ну, это не мобилизация, вовсе это частичная замена, это кто-то там, так сказать, надо немножко кого-то послать, но это всего там несколько человек и так далее. Поэтому они будут делать все, чтобы эту мобилизацию скрыть. А как россиян будут переконувати в том, чтобы ехать на войну в Украину? Чи, можливо, их каким-то обманным шляхом будут туда заманивать? Ну, все очень просто. Человек приходит на работу, на работе ему вручают повестку. Если он по этой повестке не пойдет, то, соответственно, его уволят с работы. И вот это те самые россияне, которых уже убедили, что если они не придут по повестке, то их посадят в тюрьму, и, соответственно, они все идут как вот такие покорные, что называется, овцы или бычки на заклание. Поэтому я думаю, что как раз основной метод будет через работодателей. Ну, а работодатели тоже, соответственно, те работодатели, которые не защищают своих работников, которым все равно этот или другой работник, будут в эти повестки раздавать. Угу. Так что, я думаю, основной метод в этот раз будет именно такой. Ну, плюс, как мы знаем, что было уже во время призыва, как отлавливали мужчин, кто-то там, я не знаю, куртку продает через Авито, а вместо покупателя приходят оперативники и до свидания, тащись в военкомат. Но я думаю, таких историй будет еще очень много. А от є інформація про те, що Кремль заборонив висвітлювати в ЗМІ оцю мобілізацію. Ну, це логічно, якщо враховувати те, що вона прихована. А як щодо соцмереж? Чи є взагалі в інтернеті, там, в соцмережах така інформація від людей звичайних про те, що трапляються ось такі історії, коли там приходять на роботу і людині вручають повістку? Чи все це контролюється і відразу чиститься? Нет, конечно, собственно, из соцмереж мы это и узнаем, а так бы и мы и не знали ничего на самом деле, что происходит. А по большому счету все вычистить невозможно, и когда таких случаев много, они быстро расходятся, в первую очередь, по телеграм-каналам. Поэтому я думаю, что полностью это скрыть не удастся, да, но все равно они будут пытаться скрыть вот какие-то такие возможности, снимать видео, да, вот чтобы такие яркие истории не попадали в СМИ, и, соответственно, чтобы людей это не задевало так сильно, чтобы минимизировать протестные акции. А хіба росіяни здатні на протести? Ну, здається, оці понад 300 днів вже показали, що ні, що вони покірно погоджуються з усім, що там їм приходить зверху. Ну, на самом деле, во-первых, протести полностью никогда не прекращались, да, какие-то антивоенные граффити все равно появляются в крупных городах. Безусловно, массовый протест мы не видим, да, но, собственно, те люди, которые были готовы выйти на массовый протест, в основном уже все из России уехали. В первую очередь потому, что они не верили сами себе, что таких протестующих достаточно много. Кремлю удалось убедить людей в том, что тех, кто за мир, а это жалкая кучка. Правда, потом оказалось, что эта жалкая кучка может быть даже и больше, чем 1 миллион человек.
Но, собственно, этот миллион об этом не знал. Я думаю, что если бы люди были в курсе, они бы пытались все-таки протестовать, и, может быть, ситуация была бы совсем другой сейчас. Пані Ольго, ще маю до вас питання. От під Вугледаром на Донеччині помітили ПВК «Патріот». Це ПВК міністра оборони, це Шойгу, яка, власне, конкурує із вагнерівцями Пригожина. А про що може свідчити ця конкуренція? Хіба вони не за одну справу працюють? Ну, ні, звісно, тому що, собственно, всі борються за місце під сонцем. Сонце у нас, як відомо, Владимир Путін. И, соответственно, нужно как можно больше показывать своих достижений. Вот сейчас эту конкуренцию выиграл Дмитрий Медведев, который только что получил новое назначение. И я думаю, что и Шойгу, и Пригожин этому совсем не рады. Потому что, собственно, Медведев получил это назначение исключительно потому, что он несет всякую ерунду в своем телеграм-канале. И, видимо, быть таким главным клоуном – это то, что от него ожидал Путин, и, соответственно, за это он и получил, так сказать, награду. Что касается Пригожина, то, как мы знаем, он всячески пытается принизить роль Министерства обороны, Шойгу лично, Герасимова. Поэтому, конечно, Шойгу тоже пытается делать какие-то свои шаги и вот создает свою частную военную компанию, хотя не думаю, что на этом направлении ему получится конкурировать с Пригожиным. Пані Ольго, а що взагалі зараз відбувається всередині російської політичної еліти? Які там настрої? Чи є відчуття того, що оточення Путіна поступово починає розсипатися? Ну, я би так сказала, що настроєння там панічне, або близьке до панічного. И, соответственно, где-то 80% из политической элиты занимается тихим саботажем и пытается не выполнять те решения, которые должны быть исполнены. Соответственно, все понимают, что пока Путин у власти, война не закончится. А как его от нее отодвинуть, тоже непонятно. Как только бы такая возможность появилась, я уверена, что большинство российской элиты не приминуло бы этой возможностью воспользоваться для того, чтобы все-таки сохранить какие-то свои позиции в будущем. Потому что сейчас Путин сам идет на дно и тащит на дно всех за собой, а многим хочется выжить. Ну, до речі, про дно Путіна, раз ми вже почали. А чого він раптом от останнім часом відсижується десь там в себе в бункері, чи де не бере участь в жодних церемоніях, урочистостях, всюди долучається онлайн, скасовує свої щорічні зустрічі? Про що це може свідчити? Ну, як же, він приїхав в Петербург, зустрічався з лідерами країн СНГ і навіть дарив їм кольця. Поэтому тут, да, куда-то он не ходит, а куда-то вполне себе. Более того, так сказать, улицу, на которой находится мой дом, прям расчистили всю к его приезду, потому что недалеко от меня похоронены его родители на Серафимовском кладбище, и, соответственно, он может там проехать. Так что, как и в Нижнем Тагиле, всю улицу внезапно очистили от снега. Ну, а что касается других мероприятий, мне понятно, зачем он встречался с лидерами стран СНГ, потому что хоть с кем-то уже хотелось встретиться, потому что остальные-то с ним не встречаются вообще. Что называют, и кольцо-то только Лукашенко на руку одела, остальные все и надевать не захотели. Что касается остальных мероприятий, то тоже понятно, почему они отменяются. Но представьте, пресс-конференция ежегодная. Там же точно будут какие-то иностранные журналисты, и кому-то придется дать слово. А любой иностранный журналист, да, понятно, что последние годы уже ни американцам, ни англичанам слова не давали. Но все равно остаются французы, остаются немцы. Кому-то слово дадут, а любой иностранный журналист сегодня задаст неприятный вопрос. Ну и что с этим делать? Я уж не говорю про встречи с бизнесменами или с правительством. Опять-таки могут быть неприятные вопросы. И тоже всем рот не заткнешь. Поэтому понятно, что ці встречі відміняються. Але ж який в нього досвід відповіді на ці, так би мовити, незручні запитання? Невже він ще боїться чогось, що може загнати його в кут? Словесно, принаймні. Но все равно, а неприятно. Неприятно же, вопрос неприятний. Ну так, людина похилого віку, вже не хочеться нервуватися зайвий раз.
безусловно. Ответить-то он ответит, но на некоторые это вопросы ответить-то нечего. Поэтому, конечно, он какую-нибудь очередную пошлость сказать может, но его же могут ткнуть носом в то, в те, собственно, уже больше, чем 300 дней, которые идет война, и за которые Россия не может ничего противопоставить украинским защитникам. И против этого ему сказать-то точно нечего. Сколько бы они ни пыжились, и что бы они ни пытались ответить. Пані Ольго, дякую вам за цю розмову. Ольга Курносова була з нами на зв'язку.